Внимание сейчас. Слушайте внимательно. Пресс ноги.
No qué. Encima. И последняя поза. Трапеция. Внимание. Выполнен. Пол поворота налево, вид с правой руки. С правой руки. Спасибо. Еще пол поворота, вид со спины. Спасибо. Так, сейчас судьи выставляют оценки за пропорции. Минуточку терпения. И мы приступим к второму раунду. Спасибо участникам. Спортсмен тоже из Сталина, Игорь Пажок, клуб «Титан».
Kuka Estoni tervumisse. Чемпионата Эстонии 93 году. Неоднократный чемпион Эстонии, победитель Кубка Европы Александр Алексеев.
Ноль ніколи соревнований. После этого мы выявляем еще абсолютного чемпиона и десятку лучших, которые получают денежные призы. 10 абсолютно лучших всех категорий получают денежные призы. Внимание участникам! Пожалуйста, пол поворота налево, вид с правой руки, пол вперед. Азов, извиняюсь, я извиняюсь, обратно, сразу первая поза, двойной бицепс. Пожалуйста, выполним. Спасибо. Третья поза. Грудь, бицепс. Спасибо. Следующая поза. Трицепс. С любой руки. Спасибо. Спина, двойной бицепс, double бицепс. Пожалуйста, выполни. Спасибо. Икра и широчайшая. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, кругом. Тарвану. Внимание. Пресс ноги. Ноги не забудьте. Я говорю вам, что это. Спасибо. Отдыхаем немножко перед последней позой. Это будет трапеция. Пожалуйста, выполняем. Спасибо. Спортсмены номер 8 и 32. Шаг вперед, а остальные шаг назад. Пожалуйста, двойной бицеп. Кто тут бицеп есть? Спасибо. Пожалуйста, широчайся спереди. Спасибо. Пожалуйста, грудь, бицепс.
ükskõik mis käes, juba ei rohki tritsest. Серебряный медаль
the viral Dmitry Черепанов. И последним чемпионом. Сейчас начинается явление. Это, как говорится, четвертый, или вернее пятый раунд. Выявление абсолютной лучшей десятки и абсолютного чемпиона Эстонии этого года. Сейчас судьи определяют 10 финалистов. Из них судьи с голосованием выбирают абсолютного чемпиона, который выигрывает 20 тысяч крон. Мы просим звукотехнику включить нам музыку, пока сейчас мы посчитаем голоса судей для выявления 10 финалистов. Внимание! Судьи решили так, что пока выпадают следующие спортсмены под следующими номерами. Шестой номер, свободный. Все. Все.
Финалистов выбрано. Пожалуйста, еще полшага назад. И первый судья вызывает номер 14. 68. 8. 7. И 24. Пожалуйста, всем полшага направо. И чуть-чуть назад, полшага назад. Так, очень хорошо. Возьмите нормальную дистанцию между... Так, приготовиться. Первая поза, двойной бицепс. Спасибо. Атакуем. Пожалуйста, вторая поза. Широчайся спереди. Спасибо. Атакуем. Сейчас отдыхаем, спокойно, не торопитесь. Пожалуйста, пол поворота налево. И выполняем грудь, бицепс. Грудь, бицепс. Спасибо. Следующая поза. Трицепс с любой руки. Спасибо. Пожалуйста, кругом. Двойной бицепс. Выполним. Спасибо, отдыхаем. Пожалуйста, широчайся. Спасибо. Пожалуйста, кругом. И выполняем пресс ноги. Выполним двойной бицепс. Спасибо.
Спасибо. Широчайше. Спасибо. Пол поворота. Ринд, бицепс, грудь бицепс. Выполни. Это? Спасибо, вот так. Трицепс. Глава варит. С любой руки. Спасибо. Ümber-ümber. Spina, двойной бицепс. Спасибо. Широчайся. Достаточно. Кругом. Пресс. Ноги. Спасибо. Отдыхаем. И приготовимся к последней позе. Но все знают, какая поза будет. Пожалуйста, выполним. Спасибо большое. И, пожалуйста, шаг назад, на исходные свои места. И судья номер 3 вызывает. Номер 5, номер 5, 44, 44, 64, 64, 8, 8 ja 32, 30 tagasi. Пожалуйста, двойной бицепс. Спасибо. Широчайся. Спасибо.
Ring biceps. Aitäh! Asi paha! Triceps! Aitäh! Asi paha! Spina! Spina ja biceps! Широчайшие. Спасибо. Пожалуйста, кругом. Привет. Пресс. Ноги. Ялг. Кыхт. Спасибо. Это. Ja palun, viimane koos. Trapeet. Võib-olla. Aitäh, spasiba. Ma ei palun oma kohta peale, ma ei suud näin, palun. Sest ta, ii, ta panitelna, kui see vajan. 8, 14, 32. Vainoi pitsit, pasalusta. Спасибо. Круть бицепс. Рим бицепс. Спасибо. Трицепс. Любой руки. Aitäh! Vainoi biceps ja spini. Spasiba! Krugom. Press nogi. Спасибо. И последняя поза. Трапеция. Пожалуйста. Спасибо. Palun oma kohtadele, kas võimis ka. Tvatsa četvire i tritset va, pažalusta võiti.
двойной бицепс, пожалуйста. Спасибо. Грудь бицепс. Спасибо. Трицепс. Спасибо. Топпельт бицепс селя тагант. Двойной бицепс. Спасибо. Кругом, ümber pöörd. Пресс ноги. Спасибо. Спасибо. И последняя поза. Сейчас немножко отдохните. Трапеция, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, обратно. Ома Хоттердер, балон. Вызываем номер 5. Номер 44. Я 64. Двойной бицепс, пожалуйста. Спасибо. Грудь бицепс. Спасибо. Трицепс любой руки. Спасибо. Двойной трицепс со спины. Спасибо. Круть бицепс. Спасибо. Трицепс. Спасибо. Двойной бицепс со спины. Спасибо. Кругом. Пресс ноги. Спасибо. И последнюю позу трапеции. Спасибо. На свои места, пожалуйста. И вызываем номер 7 из 44. Двойной бицепс.
Крут пицепс. Спасибо. Спасибо. Кругом. Сегодняшнего вечера соревновательная поза. Каждый, пожалуйста, выполняй. Сейчас, пока судьи подсчитывают очки, я даю всем 10 спортсменам, кто желает, больный раунд, если вы еще в состоянии позировать. Пожалуйста.
друзья, так, внимание, зрители, внимание, участники. Начинаем награждение чемпионата Эстонии в абсолютной очередности. И 500 крон завоевал Владислав Заваркин. Я попрошу всех спортсменов подойти к столу за наградой. 9 место и 1000 крон завоевал Рейн Майт. И 1500 крон завоевал Сергей Проценко. Седьмое место и 2000 крон занял завоевал Евгений Селихин. И 2500 крон завоевал Роман Коршин. Пятое место и 3000 крон завоевал Марек Армус. Четвертое место и 3500 крон завоевал Павел Васенко. Третье место и 5000 крон завоевал Дмитрий Черепанов из Сталина. Второе место и 7000 крон завоевал Владислав Петроградов. Абсолютным чемпионом Эстонии 1994 года стал и выиграл 100 000 крон Александр.